потому что они не переговариваются, а мы переговариваем. Внемую? Кстати, игра сейчас, сейчас идет та же самая игра, только внемую. То есть они могут только жестами, управлять только жестами. Оно легче тащить, но сложнее организоваться. Когда мало людей, тяжело тащить, он, блин, у меня палец врезался. Но зато легче договориться. Да, когда меньше людей, конечно. Антон, оно опять зацепилось. Просто на немую надо всем дать. Но... В смысле, вот смотрите, у Юли 2 может кто-то подойти и начать ей помогать. Давайте я зайду. Иди, вот вместо... Будь здорово. Все нормально. Ты так просто отдай одну, держишь, и одну пашу, с твоей стороны очень важный роль. Вперед на себя. Итак, напоминаю, что игра сейчас усложнилась тем, что игроки не могут переговариваться, они могут только жестами друг другу рассказывать. Скорее всего, было лучше бы, наверное, в этой игре определить лидера, который будет управлять. Остальные... направляющий. То есть, как бы, налицо понятно, что должен быть лидер, которого слушают. Если нет одного, если много лидеров, то будет лебедь, рак и щука. Как все напряженно делано. Я в шоте реально, если честно. Вы ж не видите? Да. И нижний надо было чуть ниже опустить. А, я вам показывал, нижний, типа, запыните чуть-чуть. Я бы тут дернул, оно бы вниз пришло. И вы очень высоко нижний держите. Видите? Из-за этого мы не можем передвинуть. Вы можете взять остальных своих игроков. Секундочку, ті, хто знизу. Якщо я показую знак стоп, то ви не тянете. Я чуть-чуть дергаю і знову паде вниз. Даже несмотря на то, что вы ранили. Хорошо. Вы можете пригласить еще игроков, но говорить точно нельзя. Почему же там нет? Ребята, а можно договориться как-то быстро? Нет. Еще не рвите. Держим. Можем положить даже. Давайте походим. Два шага сюда. Давайте. Кстати, было намного. А не мог, можно было с самого начала поднять и занести. Да, мы сказали, это нельзя делать. Мы сказали, только тащить. Мы хотели так и сделать. Мы хотели.
Молодцы, ребята, молодцы. Джай, вау. Так прикольно смотреть на мимику каждого. Очуметь просто. Яху. Молодцы, ей. Ей. Да. Молодцы. Ну, никто не поощрял. Леску отпускать уже, да? Да. Молодцы. Давайте коллективно сделаем. Намного сложнее игра, конечно, когда невозможно разговаривать, только жестами. Это очень-очень тяжело. Акуна банана! Еееее! Акула! Банана! Акула! Банана! Акула! Банана! Попрыгали. Кто наскачет, той не акула.